Дорогие участники, всех вас приветствую. Хотела бы рассказать о новом творческом курсе, который называется «Дельфины». Это абсолютно новый инструмент, который выдан определенным уровнем цивилизации. Мы сейчас запросим, что за уровень. И новая системная работа, инструмент – это новая голограмма, которая дает нам какие-то раскрытия и возможности, о чем мы сейчас будем с вами задавать вопросы, соответственно, получать ответы. Называется творческий курс «Дельфины». Он будет пятидневный, этот курс, и будет проходить с 24 по 30 июля 2024 года. В чем задача и уникальность данного курса? И расскажите о цивилизации, которая выдала этот инструмент. Демиты, жуконцы, миды, маши, карбаты. Дельфины – особенная форма функциональности этих сущностей на Земле. Демиты или маши жакарбата, они поддерживают чистоту. Димит и жукармоши жукода, они поддерживают чистоту в пространственном модуле Димит и маши карбата и в сознании человека. Димит и маши работа, используя тонкую энергию на потоке. Димит и маши карбата, эти сущности, эти существа, которые выведены на землю, Димит и маши кожи карбаты, активируют работу для того, чтобы чистота, честное слово, целостное состояние системы чистоты, аватары, сознания, эмоциональной формы работы сохраняла свои параметры. Димит и Маса Дамашхад, цивилизация, которая выпустила этих существ, Миды Жукармоши Жукарбота, работает на разных формах 7, 9, 11 состава. Димит или Машхада, инструмент, который выпущен сегодня к вам, Бехина Маса Дамашхада, с 11 планетарного уровня, он дает возможность открыть форму самой тонкой, самой чистой энергии, которая называется чистота. Димит и Маша Жукарбота, вы привыкли в этом опыте работать от разных форм слов, которые несут свои эмоциональные формы, свои программы Димит и Маша Карбата, и много лжи, много лести, много некачественных форм существования, в том числе в эмоциональной работе, в осознанном, в эмоциональном содержании имеется как некачественная форма Димит и Машхада. Естественно, это сохранено в вашей памяти, и на уровне этой вибрации, естественно, складываются и текущие программы. Димит и Масанда Машармада. Индивидуальная задача этого инструмента Мида Масанди Мида Жукурмоша Жукурбота – это открыть эту новую форму жизненной способности чистой энергии, которая будет работать через мысль в определении цели, задачи, миссии. Димиджа Карбашка на каждом моменте содержания слова в основе. Димит и Машхана, где чистое слово открывает новые возможные параметры для того, чтобы существовать и качественно вести этот путь. Димит и Маса Димит и Жукурмос, Индемаша Жукурмоша Жукода. И, соответственно, в том числе навести чистоту в телесной форме, на клеточной работе, в органах, Бита Маса Дамашахада, открыть эмоциональную содержащую работу в чистом эмоциональном сотворении Димит и Маши Жукоды. Поэтому форма функциональности вообще подходит абсолютно для всех возрастов Димит и Маши Карбоши Жукоды и для каждого человека на Земле. Расскажите о картине подробнее, почему в картине используются именно такие цвета, как фиолетовый, голубой, зеленый, желтый, белый. Димит и Маша Жуконцы, Мид или Маса Димит Рботы, Али Димит и Маша Жукоды. Здесь учитываются всевозможные ресурсы, о чем я сказала, то есть энергия чистая познается в поле основе Димишкада материи в виде слова, в виде распаковки. Димит и Машхада эмоциональная составляющая, осознанная составляющая. Димит или Маса Дамашка. То есть учитываются все параметры, в том числе даже звуковая форма особенности, которая также в чистоте проходит у каждого у вас через звук. Димит и Маса Дамашка. И все цвета играют определенную роль для того, чтобы эту чистоту вывести на свои поля и открыть себе способность проживать по-честному в чистоте. В чистоте работы слова и в чистом теле, и в чистом эмоциональном содержании, также в чистом сознании. Димит и Машхад, эту форму энергии они запускают через свой инструмент, через своих их Машхад сущности, которые определены также на программной форме, и Димит и Маша Карбошходы, и через состояние зрения, что вы видите в матрице, Бид и Машкан через прозрение открываются эти чистые форматы системы сознания Димит и Жукарбота, дабы открыть эти возможности чистой работы жизненной формы. Димит или Маша Жикана. Чистота во всем. В этом показателе, в этом инструменте. Бит уже грубо шкон через разные чакральные зоны открывается абсолютно во времени. Димит или Маша Кады. Эта энергия очень нейронно обеспечивает активные формы функциональности программы. Соответственно, вы выходите тем самым на новый уровень бытия.
Какое значение несут изображения дельфинов и почему их количество именно три? Диме, ты можешь уже конах работы. Три – это качество, это удовольствие, удовлетворение от того, что вы будете в жизненной способности проходить, от чистоты, от работы честного слова. Димешка, она от чистого сознания, в том числе от чистого видения, то, что проиндексировалось, от чистого звука, то, что вы приходите к этим новым возможностям с учетом подачи энергии этого инструмента по состоянию фундаментальных работ. Диме, ты масса дамажа жуконцу можешь работать. Дельфины таким образом расположены как сущности, проводники, которые дают эту возможность в торсионном поле отработать, задать параметры энергии, жизнеспособные и, соответственно, сотворить чистоту. Диме, ты лимашка, она почему три? Это плоды новой качественной фундаментальной жизненной способности. Бихина масса интимиджакана, они расположены как раз дельфины, как сути существования на торусе, торсионное поле, которое закладывает жизненную энергию и, соответственно, сотворяет максимально аккумулированное содержание для того, чтобы создать вам эту энергию в материи. Что означает ракушка и жемчужина? Димитали Маша Жуконцы, Межакарбата. Ракушка означает защитно-функциональную форму, которая тут же созревает на уровне чистоты. Димитали Маша Жакада, жемчужина говорит о том, что свет качества. Димитали Маша Жакада, то есть через качественные жизненные функциональные формы открываются новые параметры. Какое значение глаза в этой картине? Димити жуконцы мидали масса дамашикада. Значение прозреть, митижу крубушходы, выйти в эти новые энергии чистого сознания, чистоты работы слова, чистоты мысли, димитали маша жукоды, и открыть новые функциональные формы для своих способностей. Что означает качель равновесия с двух сторон, завершающий Фибоначчи? Димити жуконцы мошходы означает максимально качественность настройки, чтобы быть в балансе, в гармонии с телом, с эмоциями, с душой, с сознанием, димити мошходы, с программами, которые активны в вашей работе. Как взаимодействовать с готовой картиной, какой результат это даст? Миды Машхада – результат честности, чистоты, димиджокрумошход нового ресурса жизненной способности, выйти на новый уровень, и это возможность человека, которая дана для того, чтобы максимально качественно привести вас в новый ресурс жизненной способности. Димитали Маша Жакада – это ваша новая роль, и эта роль, она зарабатывается опытом, веками, на новом формате 4D-программ, на новых ресурсных состояниях, и этот инструмент поможет активировать максимально качественный ресурс. Димити Жукурмошукоды выйти в новые жизненные программы с новым содержанием, состоянием и с чистым сердцем в основе. Димити Машармаши Жукурбот. Поэтому используйте этот инструмент, он повысит качество жизни, он создаст максимально качественные слова и выстроит ресурсную работу для ваших жизненных способностей. Добро пожаловать! Этот новый инструмент также будет проводить наша проводница по творчеству Елена Петрушина, и также буду участвовать я. Димит и Маша Жуконцы, Межакарбота, также будут выдаваться фундаментальные коды на программное обеспечение новых поколений программ, чтобы в чистоте вести эту жизненную основу. Димит и Маша Харбаты, также вы сможете на определенном сегменте программ открыть новый ресурс нейронных форм для жизненной способности, для бытия. Димит и Маша Харбаты через чистую энергию, которая способна дальше выводить новые жизненные силы, новые жизненные программы и новые жизненные материи. Димит и Маша Харбаты, у вас будет возможность Биды Маша Када также получить три индивидуальных кодов по задачности, по вашему требованию. Я с вами прощаюсь и встретимся уже на курсе.